В этот день родились Роман Ткачук, советский и российский актер театра, кино и дубляжа. У него обширная творческая деятельность, роли в театре и кино, озвучка мультфильмов. Из работ на телевидении можно выделить «Кабачок 13 стульев». Зрители же знают его по многим ролям в кино, в том числе по игре в фильме «Бумбараш». Ричард Гир. Американский актер, лауреат премии «Золотой глобус» и номинации на премию «Эмми». Нашему зрителю он хорошо запомнился по роли в фильме «Красотка», где он сыграл миллионера Эдварда Льюиса, а также по драме «Сомерсби». Сергей Челобанов. Советский и российский композитор, аранжировщик и певец. Пик карьеры как исполнителя у него пришелся на середину 90-х годов. В это время он записывает такие хиты, как «Незваный гость» и «Не знаю, как тебе сказать». В прессе ему приписывали роман с Аллой Борисовной Пугачевой.